Казивер, вот эту 25-ку ходит? Ну да. Сколько у тебя кусков? Один. Тело. Клинок никому не нужен, да? Благодарю. Цветка-то уберите, а вот. Там либо корни, либо бан. Да, я забанил. Критхас, нихуя себе. Огнестрел, блядь. Я поставил групп лут, так что лутайте, ребят. Кому надо, починить. Отводи, отводи. Черт. Вот, можно. Я ничего, он их что, растет, что ли? Что за косты можно сбивать клинку природы, говорят, помогает. Может, конечно, пиздят. Здравствуйте.
Ну, дракончик дыханием яд кидает. Так, ну, природа не только дыханием, да? Убивает нахрен все. Ешечку дает. Пиздец, текстуры тут, сука. Сейчас я его затопчу, пацаны. Не получилось что-то. Бракованный мамонт. Кто не готов, чё по бафу, пишем сразу. Все готовы, пуляй. Дайте мне силы. Вас захлестнёт сила стихий. Так, на пол дали. Нормально, прожали. Ну зачем, блядь? Отжимся. Как-то вот эти ребята, мы их не добиваем. Вы дали масуху, а потом бьете в точечную. В точечную прям. Прям вот не бьете масуху. У них имя взрывные, они взрываются. Лучше бы его тут сразу в третьего ебануть нечаянно, если он... Он же в тот раз спекался у нас. Потому что ходки
принципе, давайте. ДПС у нас как у дура хама хорки. Ну тут ходки бы не помогли, ничего бы не помогло. Ну да, если так взрывать, блядь, в толпе, в рейде, 10 мобов, блядь, конечно. Все подбежали, поели. А, этот уехал, улетел. Лок, тебя до шкаф поставь. Ты же уже под бафом, рыба. У нас же мимик следующий. Ну конечно. Ну там он тоже в третьем хиле по-любому пригодится. Потому что без третьего там нехуй делать. Давай ешь нечаянно. Ткните. А, ой, ты уже пришел. Тоже рыбу поешь, пока не пропал. Сейчас рыба, говорю, пропадет, потом он это раздал. Все подтвердили готовность. Древние, дайте мне силы. Эонар, твоей прислужнице нужна помощь. Стоп-каст. Под грипп. Вон елка справа, справа елка. Молодцы. Корни с меня сбить, спасибо. Помогите мне, дети мои! Стоп-кас. Ёлка быстро. Док на водном, женек на грозовом. Касты сбиваем. Потоплёта все переключились. Грозового все переключились. Ты не танчи, большой, когда вы раскаете его, он медленно ходит. Грозового бьем быстро. Этот не грозовой, а плёточный. Хватит плёта, давайте добиваем. Все, молодцы, елку добили. Сейчас будут маленькие. По одному бьем. Круз, давай.
Опять забыл Войда перенести, боже мой. Что за рак? Рэлл 100 гп. Док водного, женек грозового. Ёлка. Топлёты переключились. Корни смею смейте, ёлка справа. Под пальмой. Док, ты чё там? Все под грибы встали. Поехали. Последний. После него сразу во фрею. Стоп-каст. Во фрею играю. Встали к речке. Ёлка, ёлка, ёлка справа. Хорот. Чё, куда вы пошли? Я просто не увидел, может быть, что-то. Да нет, нормально. Ну, теперь перешли. Ёлка, милики. Перешли. 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 Ёлка за спиной у Мелики. Перешли. Молодцы. Мой взор снова ясен. Благодарю вас, герой. Печать Фрея не забудьте взять. Петя перчик бы взял, значит, бери.
Формула нужна или я могу себе взять на энчанта? Чё? Формула нужна или я могу себе на энчанта взять? Аж. Воображение искру. Их вообще только энчантеры видят. Так я так понимаю, у нас никто не умер, поэтому давайте подтягиваемся. Все, что нужно понимать, что лужа бьет 13 тысяч. То ли раз в секунду, то ли раз в 2 секунды. Давайте попробуем. По крайней мере, посмотрим. Ну тут бегать нужно, чтобы хилы всех доставали, в то же время двигаться постоянно, дамажить. Все одновременно, короче. Отсчет времени до самоуничтожения. Не забудьте от ауру от огня включить от стая. Беги, малышка, беги! БЗ не отдал, надо было отдать на этот каст. На следующий отдай, то деревня снижит. Не успел. Я могу починить это. Ну, в принципе, пол хп первой фазы. Есть над чем задуматься. Там, понимаешь, там 180 тысяч урона. За 6 секунд 180 тысяч, каждую секунду по 30 тысяч он тебе тыкает огнем. Вот эта плазма. Эта прожимка должна быть стопудовая. Короче, смотрите, чтобы сделать, надо играть на выживание, не дохнуть. И сделайте сразу. От чего помираете, вы знаете. Лучше не стоять, прожимку прожимать. Что там еще? Мины, лазерный, шоковый. Все, больше ничего здесь нет. Просто работать с ДДХИЛО. В смысле, команда идти? Мины раскинул. А в чем проблема с минами? Они вроде невидимые. Да, их видно. Типа, если вы ждете, что вам РЛ будет, типа, я не знаю, как бы можно каждую секунду проговаривать. Но, во-первых, тот, кто будет это говорить, он теряет в игре очень. Я вот на хиле хуй смогу такое делать. Знаю, как средств. Да у меня глаза разбегаются, и так вы чего угораете? Сначала нужно смотреть за рейдов, потом нужно за свампы смотреть. Вы такие интересные, расскажите. Вы обычку убивали, тут добавляется только урон, блядь. И лужа добавляется. Я объяснил, в луже 13 тысяч тикает. В луже не стоять, все, что нужно знать. Все остальное понятно. На второй фазе, когда туловище будет, будет из него бомба вылетать или динай. Она треть комнаты тушит. В ту сторону, в которую она отлетела, нужно с той стороны уйти.
она огонь тушит. Лужи все четыре фазы. Вы, чтобы убивать начинать, вы поинтересуетесь тактикой хотя бы в интернете. А то вам, блядь, люди тараторят, сидят здесь, а толку нихуя. На вайпах вайпы получаются, на траях. Поставил, починитесь. Ебать, у вас трое не тупых миликов. Ну, и отставил тоже. Плазму увидел. В тебя из. У него на танке на этом луч такая пушка одна. Вот плазму увидел, она 6 секунд длится. Сразу хуярь БЗ на первую, на вторую я хуй знаю. И если ты этот. Чё там? Ебани на хилов метки, чтобы люди смотрели хотя бы. У нас 3 хила. Если ты бежишь в сторону от хилов, или ты в сторону одного хила бежишь, тебя может проебать хил, он тебя не захилит без БЗ, блять. Там 180 тысяч урона. Каждую секунду по 30 тысяч огнем тикает. Вот эта плазма. Там хуй кто захилит. Хотя бы в сторону двух хилов беги, чтоб тебя не могли хилить. Тут, блядь, дамага добавляется, пиздец. Все. Вот вам. Лапу дай. Включаем. Так, всем готовность. Проверяем баф. Все, у меня все есть. Мы должны умещаться в 1/3. Нас 10 человек, не 25. Не на 2/3 рассасывайтесь, как вы делаете хуету, а в 1/3, блять. Видите, комната на 3 части поделена. Мы так вас хуй достанем. Все, поехали. Просто тут добавляется лужа. Давайте, ребят, нет. Не теряйте. Я понимаю, что тут целая лужа, но ничего такого сверху. Урона у нас очень много. Посмотрите на меня, а бегите не в них. Прожимай сердце. Сейчас заеду. Будьте бежать от босса, когда будет шоковый. Двигайся его. Видите, людям место тоже надо. Не обратите внимание. Вы уже зачем вы там остались? Вот видите, где хилы стоят? Почему вы туда не могли пройти? Сара, не успел тебя поднять. Блин, еще через центр нельзя хилить, это же косяк этого Сируса. Че, типа, не зомбитная видимость? Заходите в лужу, че? Да, не хилил. Типа. Не понимаю. Беги, малышка, беги! Тут еще, знаешь, они же лужи, по идее, не должны ползать. Я не знаю, нахуя их ползающими сделали. Это так усложняет все вообще, пиздец. Где-то геморрой. Нахи очко просто, блядь. Нахуя вот вы его перевели, блядь? Сдохните в луже. Че вы там делаете? Да, быстрее. Код отмены, блядь.
Говори со мной! Быстро! Смотрите, вот так, как... Сейчас. А че, зачем ему на вафлик аспектнуться сейчас? Так и он скажет. Ну, если хочешь спекать, в принципе. Смотрите, чтобы не было залупы, надо рейду понимать, куда бежать и что делать. А не то, что у нас мы. Ну, один думает, я побегу, да и похуй. Не, я на ХМ, нихуя. Вот видите, комната, вот на Луну посмотрите, разделена на три сектора. Видите вот эти дорожки с шариками, блядь. Вот это, что я бегу, это один сектор. Возле кнопки мы начинаем бой на ХМ. Весь рейд идет сюда. Не там начинает, а здесь. Вот на этой хуйне мы начинаем. Видите вот эту треть комнаты? Вот когда мы начинаем, милики в центре бьют босса, танк там. РДДшники стоят в правой части этого сектора, если смотреть на босса, соблюдая рейндж. Кинулись первые лужи. Вы отходите в левую часть этого сектора и начинаем двигаться по часовой. Кинулись лужи в РДД здесь, мы начинаем отходить в следующий сектор, в его правую часть, если смотреть на босса. И двигаемся так по часовой. Через минуту там босс тушит всю комнату. И если у нас ДПС нормально, мы просто добиваем босса до того, как он следующий огонь в лужи кинет. Если мы так будем делать, мы не будем вздыхать. Хилы должны доставать до всего рейда. Если вы будете убегать от хилов, будет вайп. Мины на полу не подписаны красными, их надо увидеть. Сука, увидите мины и не будете вздыхать никогда. Согласен. На юге мы же справлялись с первой фазой. В чем сейчас проблема? Миберон сложнее. Ну, по сути, сейчас проблема именно в лужах. Лужи на первой фазе и йога точно так же ползают. И мы их спокойно обходим. Ребята, ну, назовите вас. Эти-то дамажат, а с тех просто мобы выходят. Ничего страшного. Все готовы. И ренжу между собой. Потому что он кидает, который заряд. Если люди не в ренже, то двое-трое получают дебаф. Всего лишь 6. Это не так много. Обратите внимание на мины. Куча, не ходите, говорю, сейчас кинет. Беги, малышка, беги! Чок. Прожмайся. Защищайся на центр. Перебежали в следующую секцию, отбежали от босса. По центру поставь. Там огонь, ставь, где огня нет. О, потушил. Ну вот, блять, вот результат, нахуй. Это что случилось? Да два человека дебаф не должны ловить, блять, это хуй прохилишь. И чё сами-то не хилились? Где вы были? Понял. У меня каз долгий был, света небес, блять. Пиздец, блядь. А, ложимся. Да. Ты смотри, ты этот... Дрон. ОСС.
Вот мы двигаемся, три жизнецветы. Дебаф человек только словил, сразу три стака нахуяришь жизнецвета на нем. Жизнецвет быстро поднимает. И как раз время дебафа, сколько вот он жизнецвет висит, время дебафа. Он будет помогать подхиливать. Ты вот сейчас должен настакать. Я не успел докастовать, вы оба сдохли. Ну я тоже не успел. Там моменталку надо давать, чтобы давать время докастовать. Я, блядь, не докастовал, они там на 10% были. Ну, я дал быстрее, но, по-моему, но не в него. Ворот ставил. В себя нечаянно жизнецвет хуярись и на дебаф. На всех, на кого кидается дебаф, в идеале должен один только кидаться, на одного человека. Вы не соблюдаете рейдж, он кидает. Можно вообще всем встать в одну кучу, и вы увидите, что рейд весь вайпнется сразу. Поэтому говорю, блядь, бегайте, соблюдая рейндж. Поэтому босс сложный. Если вы видите, кто-то бежит от огня, значит надо вам место ему дать, уступить, блядь, побежать дальше. Блин, сейчас, хорошо, что сказал. У меня есть еще 20 рыб. Вот это восстановление вообще нахуй не кастуй. Выкинь его с панели, блять. У тебя основное омоложение, буйный рост. Буйный рост — это когда цель рядом. Омоложение ты кидаешь, когда периодически дамаг постоянно. И ты будешь на второй фазе юзать. И хуярь этот, жизнецвет, три стака хуяришь, он захиливает быстро. А восстановление, у него, во-первых, каст долгий, во-вторых, хилит он по 500, по 1000, блять. По хуйне вообще хилит. Долго висит, но хилит очень мало. Он не предназначен для таких энкаунтеров, где дамаг очень большой. То есть жизнецвет, омоложение, буйный рост, когда много целей просели. И быстрое восстановление, когда висит ходка твоя на цель, кидаешь, если нужно быстро прохилить. Че, я бафы дам, я, блядь, не давал ничего. Смотрите, на трое Мимирона мы убиваем еще 20 минут, если нет, идем в бочку. А то мы сегодня, если не закроем, допрос в прошлый раз был отвратительным. В плане йога. Других людей искали и так далее. Ну я думаю, трое 2, наверное, да, блять. Сейчас просто, блять, играйте как-то хуй посерьезнее, блять. Не хотел сейчас сегодня вязок закрывать. Так закроем? Че, не закроем, что ли? Давайте, все готовы, надеюсь, сейчас. Готовы. Отсчет времени до самоуничтожения начат. Самоуничтожение. Лежа тут 12 метров. Или сколько там, блядь? 6 метров нужно, чтобы... 6. Так, все, переместились. Левее от босса, левее. По часовой стрелке. Понимаю. А, блядь. Беги, малышка, беги! Ну, я как бы, блядь, я не знаю, нечаянно он не в Дисе. Это в Дисе он. Ну а чё он не накинул жизнецвет-то на меня? Пиздец. Ну на миликов он тоже кидает. Знаете, ластрай, если у нас ничего не меняется, мы должны перевести первую фазу живым. Да я больше скажу, блядь, три фазы живы. Ну я имею в виду в плане не меняется. Но они так и появляются, женек. Ну сейчас как бы тяжело по хилам просто. Я не знаю, чем как тут, блядь, захиливать. Как-то я хуй знает, ходки должны висеть. Три жизнецвета он должен успеть застакать. За 3 секунды. В смысле, там даешь омоложение, даешь эту бодягу, которая прокачивает омоложение на фу. Все нормально. Как оно там?
быстрый жизненный цвет, там, я не помню, что там, буйный рост. Я даже название не знаю. Знаю, что это железный лист. И все. Быстрое восстановление. Во-во-во. Все, ты поднимаешь, дальше уже подхватывают всякие срезы. Просто. Вуду запишите себе дебаф, если нет у вас отображения, на кого он кидается. Это метка ставится. Просто если на всех кинется, там на 2, на 3 человека там не видно. Чего, Хантаур? Я спустил. Метка у выстрела, что ли? Разве вы не видели табличку? Не нажимайте эту кнопку. Ну как мы сумеем завершить испытание при включенном механизме самоликвидации, а? Рога только как он. Отбежат. Перемещаемся, перемещаемся. Аккуратно сменим. Ну, не, нам не надо здесь как бы травить. Ладно, все, нереально. Вы прям в меня убежали, на меня кинулось. Вы аккуратнее. Сделайте себе ДБМ с радаром, я не знаю, чтобы он показывал 6 метров. Или хотя бы рейндж 6 прописывайте. А что у нас 9? Автоматически не прописывается. Ложитесь, ложитесь, он там потушил не вовремя, вот. Ну и так вообще честно сказать, раз, два, три милика, ДПС у Женька, блядь, под 4, из РДДшников Макс Хантом под 4К, блядь, ну, я хуй знаю, не, тут, я хуй знаю, вот если сколько хилов, 3, 6, если РДДшников, еще как-то более-менее на нем можно жить. Один милик еще нормально, а три милика очень хуево его бить. Из-за того, что они не отбегают. Ни у кого нет времени сидеть до того. Да и с этапом таким просто заебешься. Я не знаю, сколько часов, 5, наверное, просидеть, чтобы задрочить его. Ничего, посмотрели, потраяли, обдумали, посмотрели тактику. Примерно прикинули на следующий рейд, как мы будем бить. Я так, наверное, представляю, то есть я его делал в хэме. Не то чтобы там что-то сложное мне все рассказы. 25 хэм сложно. Больше всего напрягает то, что лужи ползают. Чё говорят? Больше всего напрягает, что лужи ползают. Ну да. Ну это шляпа, конечно. Всем привет. Привет. Чего там травили? Хэм и Мирон травили. Чё-то, короче, мы, нам надоело травить. А у нас бывал уже десятки? Это серьёзные РДДшники нужны, блядь, приличные, одетые, хорошие. В лужи надо уметь водить, всё такое. Да какие пизду уже тут, ну, блядь. Ну, тут с дебафом нужно научиться не сбегаться сначала. Огненный. Угу. Когда три тела словило дебаф, я сразу понял, что это лайк. Блока камни в меткость. Ебать, аж два уже увидел.
Если нет там этапа метки, что мне делать? Даже 4. Какую-то надо шмотку искать на меткость, например. Ну вот сейчас за меня вот с этого, блядь, джезл поменял. Сейчас и камень, блин, на СПД пойдет. А знак сотринка есть? Это. Вот надо в Макс ходить, на тринку эту выбить. А, потом разрулите эту всю хуйню. МП5, пожалуйста, раздай. Так, стамина кончилась, Арстан? Есть еще. Хорошо. Давай, поле. Не надо... Ты сам успехнулся, блядь. Ладно. Быстрее убьем. За меня мы все так же следим, выходим. Возвращай назад. Форстел. Да. Насколько все просто без. Угу. Там, видишь, там и дамаг увеличивается, блядь. Беготня от лиш. Ну просто, блин, насколько все проще. Вот на этой фаче стяжка будет. Кто там на ренже у нас? Лок Макхант. Хилы могут под боссом быть. Вообще захиливать. Все то же самое, только с огнем будет. Дайте страх. Вы что, не взяли ничего? Ау. Подставки, да? Не
Ники, поехали. Постарайся потом на голове агро тоже набрать. Надо будет чекать, на кого она бьет, чтобы не проебать кого-то. Сейчас будешь ты сразу свою выцепили, как только фаза начнется. Поехали. Зачем голову так быстро слили? Нахуя? Мне просто интересно. Блять, че свечиться не умеете, ребят? Пиздец. Ну, пиздец, добивайте быстро тело. Да хуй вы что добьете, они все отлечатся, блядь. Все, заебись, стопайте. В голову. Только в голову. Да, понимаю. Вы че, угораете? Мне вот интересно, без понукания Рэла или кого-то еще в рейде, вы нихуя все забываете каждый раз? Вы ж тут были, блядь. Или все тут... Я не знаю, ну все ж тут были, блядь, на обычке. Нахуя вы так делаете? Идем еще раз все заново. Не вайпаемся. Отойди оттуда, нах. О. Обстрел за спину зашли. По телу сыграю. Ты чё, бомбы не видишь, блядь, дурачок? Сука, прям по ним бежит. Беги, малыш, чё, кого это шли? Пиздец, ну ты чё? В Левиафана все влились? В Левиафан. Добиваем быстро голову. Беги, малышка, беги! Отбежаем в дневник. А, все, так, голову, голову, голову. Блять, все, умираем. Я не понял, как так, блять, получилось, но умираем. Вот Аверс нечаянно, вроде нормальные пацаны. Как на обстреле умереть можно, блядь? Забей. И что? Вот туловище, видите? Вот у него есть руки такие, перчатки. Это перед, блядь, оттуда стреляет обстрел. Неужели нельзя, блядь, за спину зайти? Нечаянно, ну ладно, молодец. Все, тогда иди уже, раз уж такая хуйня. Сейчас попробую Алису попросить. Мины на полу, ну сколько раз они падают, их нижний утюг на первой фазе выпускает. Лок, посмотри, пожалуйста, на них. Смотри на пол, когда ты бежишь. Я не могу зайти. Что не можешь? Зайти не могу. Да похуй, ты на мины-то можешь посмотреть? Ты бежишь прям по ним, я смотрю, одну взорвал, кинул шок, блять. Бежит, вторую взрывает, на третий сдох, блять. Ты вообще, ну как ты? Персу глаза завязал или монитор выключил? Если вы так будете играть, какие хэмы, блядь? Как дела? В обычке, блядь. Самое сложное здесь, на этом боссе, это смотреть на мины. Если у вас получается внимательно 10 минут отыграть внимательно, вы будете хэмы делать сразу. А если так относиться, блядь, конечно.
Нихуя не будет никогда получаться, блядь. Просто вот эти вайпы, они выливаются в часы, блядь. Потом поскладывать дни, годы, блядь. Получается, если ты не будешь стараться, будешь годами вайпаться. Поэтому люди... Кто-то остается в таких гильдиях, кто-то уходит. Че, все, расходимся? Нечаянно с Женьком им что, Т8 не нужны? Малышка, беги! Малышка, беги! Не знаю, как он сейчас
будет расценивать то, что у нас на 2 меньше. Но посматривайте, вдруг он газон кинет. Чуть не проебали мага. Под обстрелом всю задачу упрощаю. Бомба, алло, в стане стоит. Алло, блядь. Ну вы пиздец, бомбу-то убейте, блядь. Ебануться, блядь. Сначала обстрел, потом шоковый. И смотреть на мины, и все. И убить одновременно. Не надо захуяривать голову, остальные части хуй забить. Ну, сука, ну ты что, блядь, ёбаный в рот? Пиздец, сука, слов на вас нету, нахуй. Я их тупо не вижу. Так раскрой глаза, блядь, увидишь, на полу кидаются такие круглые, блядь, с петельком.
Пиздец, ебать его в рот. Ну как так, блядь? Вон они, блядь, лежат. Видишь ты их или нет? Хант то же самое, блядь. Не надо к боссу бежать, блядь. Он по часовой двигается, блядь. Сука. По часовой, видишь ты это или нет, блядь? Если ты видишь, ты не в зоне его обстрела, конуса, блядь. Стой ты спокойно, хуярь. Вы побежали, как бичи какие-то, туда и сдохли. Вы что, не можете это понять? За столько раз здесь ходили сюда. Пиздец. Блять, это в обычке минус 5, ну минус 3, блять, 8 тел. Если ты их не видишь, ну начинай спрашивать, как они выглядят, блять. Они вокруг утюга раскидываются, самой нижней ебучей части танка, вокруг него раскидываются в радиусе 10 метров, они раскидываются от его центра, блять. Начинай смотреть. Не видишь, ну спроси, как они выглядят, блядь. На полу круглые, с фитильком, блядь. И как бомбы выглядят, блядь. Как они выглядят, блядь. Как не видишь? Вы с Хантом, с магом не видите нихуя. Без вас не убивается этот босс. 25-ки вайпы будут. Десятки на хэме вайпы, ПКД, блядь. Ну, ну первый раз, ну лок второй раз. Ну как, блядь, локу надо пиздец смотреть. Сначала смотри, как только ты начнешь видеть, тогда ты начнешь не умирать. А когда ты начнешь не умирать, начнут схемы делаться. Чё, все, до следующего раза. И что там, вторник, среда? Ну давайте вторник. Не, вторник не получается, среда. А нет, получается, ну давайте вторник.